дома цвета, то мне придется, чтобы я дома цвета, то мне придется начинать устанавливать. Здравствуйте, уважаемые любители бильярда. Представляю вам третью часть позиционных ударов для Московской пирамиды. И откроем ее одним из любимых ударов Евгения Сталева. В народе этот удар так и называют – сталевский. Изучайте этот удар, немного меняя положение битка. Неизменно остается то, что прицельный шар должен отразиться от короткого борта, пересечь центральную линию стола и встать в безопасное место. А битком атакуем угловую лузу. А сейчас обратите внимание, как поменяется винт и сила удара, если прицельный шар будет расположен немного ближе к угловой лузе. А в этом варианте прицельный шар расположен немного ближе к центральной лузе. Изучайте разнообразные вариации этой позиции и строго дозируйте силу удара. А эта позиция отнимет у вас немало времени, пока вы освоите ее на отлично. Умение попадать тонко с винтом по бортовому шару не раз пригодится вам в Московскую пирамиду. А вот такое решение данной задачи, по нашему мнению, является самым безопасным и продуктивным. А на этом третья часть позиционных ударов подошла к концу. Как всегда, мы ждем ваши пожелания и комментарии на почте info@esbshop.ru либо в комментариях под самим видеоуроком. Оставайтесь с нами. До новых встреч!